иду за семенами. Это старый город. Всем привет! Вот купила такие семена в конце лета 23-го года. Пересматривала остатки своих семян и была уверена, что мне больше не надо, что мне достаточно семян. Но вот никак не могу остановиться. Так всегда происходит. Чем ближе весна, тем опять все надо. Покупала у женщины, она наша криворожанка, она снимает видео. Она торгует и семенами, и рассадой, и куры у нее, яйца продает. В общем, такая деятельная женщина. Я у нее покупала уже клубнику, купчиха, прошлым летом. Ну, ближе к осени, уже в конце лета. Все как одна принялись, она очень хорошо упаковала и корешки подрезала, как положено. В общем, все, до единого кустика все у меня принялось. Ну и вот она продавала семена, и я у нее купила шоколадное сердце, Фатима, черный трюфель, мулатка, розовый фламинго и монгольский карлик. Вот этот монгольский карлик мне очень интересно. Этот томат, говорят, что он прям как плетется по земле, раскидывается. И, в общем, мне хочется побольше низкорослых томатов. Но все-таки вот эти высокие. А вот у меня какие теперь будут низкорослые. Вот эти, что я сейчас купила. Фатима и монгольский карлик. Это низкорослые. Меньше ухода. У меня нет специального приспособления, чтобы подвязывать. Начинаешь искать вот эти палки всякие. Ну, в общем, хочется упростить себе уход за помидорами. И вот хапинет, это я раньше покупала. И каста F1. Это тоже низкорослые томаты. Томат Тарбей F1. Это тоже низкорослый. И бобкат. Это все низкорослые. Вот у меня 6 сортов низкорослых томатов. Ну, я не знаю, я еще не пробовала ни один из этих сортов. Посажу понемножку, посмотрю, что мне подойдет, то и буду дальше выращивать. Все такие они, эти сорта, хваленые. Надеюсь, что не обдурили, не ошиблась. Вот, так что обзавелась томатами. И сейчас пойду на почту на новую забирать свою вторую парник. Не теплица, а парник. Это еще у меня не все. У меня это я только вот те показываю, что за последнее время приобрела. Надеюсь на этом остановиться. Очень хочется, чтобы не было пересорта. Ну, вот у вот этой женщины, что я покупала, тут, я думаю, не будет пересорта. Она все уже села, все испытала. Ну, а вот такие магазины, это такое дело, что все может быть. В прошлом году пробовала на рассаду села вот этот бобкат. У меня ни одно семечко не взошло. Просто удивительно. Ну, это такое все бывает. Так что желаю всем хороших урожаев. Хочу на этом остановиться, конечно. Больше не покупать, потому что огород небольшой. Негде будет даже сеять и садить эти помидоры. Но я буду понемножку всех, чтобы испробовать и выбрать для себя то, что мне больше всего подойдет. Хочется меньше ухода, не пахать целое лето. Хотя без этого никак не получится ничего. В общем, желаю всем, чтобы ни у кого не было пересорта, чтобы все семена всходили.
под мирным небом. Всего доброго, хорошего здоровья всем.